Тут по приложению это не наше. Это не нам делают. Капец. А что вы не договорились? Марин, ты сейчас весь процесс пропустишь? Сиди, Марин. Я просто настроение этих звуков. Сюда. Я хотела просто хотя бы посмотреть. Вот смотри. Мы тоже тебе посмотрим. Понюхай, да. Надя, уже тебе ты, да? Давай в рот мне. О, видели? Сразу он понимает. Давай, больной. Смотри, кто вообще заплатил? Да никто. А кто это не нам делают? Мужчина такой, ё-моё. Ну, конечно, он побожится. Ну знаешь, тут посмотри, он все осадочки, видишь, он убирает все лишнее. У тебя будет очищенный вкусный кофе, да? Видишь? Главное, что он наливает вот так. Лайк. Все. Чайник уехал. У нее есть будет шанс справиться. Да, либо белый, либо вообще как-то черный. Нет, у меня нет. Вот здесь вот, подходи. Оставляйте себе, хорошо? Уже не помочь, да? Пока будешь искать маму, все заставишься. А так, все нормально? Брат. Марина, самокритика – это очень хорошо. Занимаю свои позиции, как вам кажется. Получается уже это, туда, куда ты хочешь принять, уже это. Она только замахивается, а ты уже там. Можно и так. Хорош.
только парни разговаривают. Так, тут уже не там, не там, не там, все. Вера, ты была, молодец. Мы, Сири, мы тебя защищаем. Послушали. Игорь, давай еще разок. Смотри. Вот она мягенькая, вот она. Вот, поверх плеча. Сколько зайдет? Ты не должна дать пальцы. Все рассчитано. Так, ты баскетболом занималась в детстве? Нет. Это видно. Я знала, Паша. Вот, профессионал. Юль, вопрос есть. Какой? Экс-тренер вратарей сборной Дмитрий Пифанов. Сейчас в Кубани. Что ему нужно сделать, чтобы освоиться как можно быстрее? Поесть быстрее раков. Что там еще хорошо? Тепло. Тепло. Нужно адаптироваться. Граната. Тепло. Обязательно много жидкости пить. Хлеб жидкий тоже нужен. Вот. Быстрее адаптируется. Диан, ты там изобразила какой-то финт, который даже не все форвары могут сделать. Какой? Так, раз, так. Ну, мне надо накатить мячик. Покажи, давай. Идем ужинать.